Всем привет на канале Бог Художника. Вот такой вот небольшой проект. Раздвижная дверь, сплошная, на таких вот роликах. И вот надо из нее сделать старую дверь, состоящую типа из двух створок. Ну вот как это происходит. Напилил пенопласт. Когда раскраивал пенопласт пополам, уже получилась фактура дерева. Сверху кладу обычную шпаклевку. Вот так вот, грубо, чтобы оставались следы от кисточки. Вот такие моменты здесь, даже вкус. Вот, после высыхания, может быть, кое-где пройдусь еще шпаклевкой. Поры, которые остались от пропила на циркулярной пиле, помогу сцепиться шпаклевке и пенопласту. И вот таким вот небрежным образом накладываем шпаклевку, размазываем ее, где-то оставляем вот такие вот следы на манер старой советской скамейки, которая покрашена на десятки слоев. Где-то краска уже отваливается, где-то виднеется старое дерево. Вот так вот и должна выглядеть в итоге наша дверь. Вот после того, как я покрою дверь целиком, оставлю ее до завтра просыхать, и уже потом буду приступать к покраске. Вот такая фактура получается. Уже не осталось следов от пенопласта. И если бы я не знал, что это пенопласт, и пришел бы сюда впервые, я бы подумал, что это дерево. Нанес первый слой. И теперь сверху сухой кистью наношу фактуру облезшей краски. Вот такими вот легкими движениями. Моя любимая часть работы. Наносим, еле прижимая кисточку, и проявляем вот такие вот фактурки. Потом сверху на белую краску, на светлую, я также буду наносить вот эту изумрудку. В итоге должна получиться дверь, как будто бы сделанная из старого облезшего дерева со старой облупленной краской. Итак, вот результат. Дверь выполнена на 99%. Вероятно, ее ожидают еще какие-то мелкие правки. Но в целом результатом я доволен. И на этом штрихе можно завершать проект.